Всем привет, ребята! Вы на канале Дудаплей, и мы продолжаем играть в игру. Интересно, что стирать всякие разные штуки. Так, модернизируй. Модернизируй, ну сейчас сотрем телевизор, и будет у вас плазма. Плазменный телек. Круто. Дальше. Сотри лишнее. Так, а что получается? А, плачущие есть, глазки есть, сердечки есть. Вот такого нету, первого. Да, есть победа. 12 минус 8 равняется 4. Ну давайте, что получается? Ну 4 будет, а свечки-то 3. Ага, подожди. А как так? И чё? А, вон получается 4, нифига себе. Я просто так наугад получилось у меня. Что здесь не так? Ну, смотри, тут камни не должны быть, здесь должен быть песочек. Так, убираем камушки. Все, хорошо. Что-то у нас сделала нехорошее, мне кажется. Напугай ее. Давай сотрем лицо. А нифига, где-то что-то здесь. А вот, блин. А, сейчас мы его напугаем. Точно, напугай ее. Мы убрали одежду просто-напросто. И тут мужик под окном, под дверью, да? Под дверью смотрит на нее. Офигеть. Сотри лишнее. А лишнее хвост стираем. Че, лишний хвост? Нету такого хвоста у хомяка. Точно. Получилось. Блин, а что если было бы, если мы печеньку бы стерли бы, а? Он бы заплакал. Найди мозги. Ну, мозги где-то здесь. А, нифига. Это у нас зомби. А вот и мозги его. Вот это... Нет, подожди. Вот же, дайте мозги. Ну вот мозги, кушай. Нет. Так, голову стираем. Есть. Вот они мозги наши. Офигеть, какие они розовые. Так, сотри грусть. Ну, просто мы ранки стерем. Вот ранки стираем. А, нет, слезки стираем. И ранки. Нет, вот рану стираем. Грусть, типа самокат надо стереть. Блин, подожди. Вот самокат стираем. Нифига. Слезки стираем, слушай, да? Нифига. Давай все сотрем. Нифига, давай здесь только все сотрем. Но а где, по их мнению, грусть находится? Грусть это все грусть. Слезы. Слезы и раны. Нет. Просто раны. Просто слезы. Смотри. Слезы. И самокат. А, вон, сверху надо было грусть. Сотри грусть. Блин, это все было, оказывается, намного проще. Найди оборотня. О, мне кажется, это мужик оборотня. Нет. Точно нет? Нет. Девушка оборотня. Нет. Может, сверху что-нибудь? Луна. А, вот луна. Открытая луна, большая полнолуние. И девушка превратилась в оборотня. Нифига себе. Дальше. Уничтожь НЛО. Давайте НЛО просто сотрем. Нифига. Значит, где-то здесь есть оружие какое-то. Вот так сделаем сейчас. Есть. Уничтожили НЛО. Мы грузики просто стерли. И наш воздушный шар поднялся наверх и уничтожил этого НЛОшку. Напечатай страницу. Давай. Что такое-то, а? PlayStation. Интересно. Так, спаси девочку. Давайте здесь смотрим, здесь солнышко. О, как раз наступит сейчас день, и наш этот умрет. Блин, его тоже можно, кстати, стереть. На тебе какашку. Вампир превратился в какашку. Давайте дальше посмотрим, что здесь. Помогите слону полететь. Надо просто надо сделать ему 10 килограмм.
Или 1 килограмм. Ну, как вариант. А, просто вес убрать 0. И он взлетел. Было намного проще, чем я думал в первый раз. Найти укрытие. О, чувак, залазь быстрее в пещеру. Там, может быть, медведь сидит. Правда. А, нет, пещерка маленькая, оказывается. Дальше играем. А, что он скрывает? Что он делает? Так, понятно. Понятно. Просто стоит, дополивает цветочки. Цветочки, говорю, дерево поливает. Спасите, спасите, помогите. Это просто рыба. Напугать его хочет. Давайте дальше поиграем, посмотрим, что у нас дальше. А, спаси от жары. Давайте просто солнце сотрем. Нет? В смысле? Ну, солнца нету. А, вон как. Все понятно. Они хотят, чтобы солнце светило. Это же лето. Так, сотри лишнее. Может, вот этот просто сотрем? Да. Это называется игра камень, ножницы, бумага. Поэтому там как бы тот знак вообще не должен здесь быть. Помогите победить черепахи. А, ну просто давайте сотрем здесь у зайца самокат. Блин. Финиш можешь стереть. А, мы этому финиш стерем, а себе оставим. Вот так. Круто. Кстати, я стал это понимать, игрушку уже более-менее, что от нас требует. Так, пусть они поговорят. А, просто отключить роутер. Бац-бац-бац-бац, роутера нету, интернета нету. Все, общайтесь, друзья. Удиви девушку. Ага. Трусишки подарить, что ли? Офигеть. Потуши пожар. Так. А, бутылочку вина. Блин, нет. Ага. Вот, открытый источник воды. Мы потушили пожар. Сколько напитков? Ну, 6, да? По идее. Теперь мне нужно что-то сделать. А, напитки стираются, смотри. А ничего нету. Ни одного напитка нету. Понял. В смысле? Так, ладно. Вот так сделаем сейчас. Нет? По идее, а сколько напитков можно стереться? А, ну здесь, смотри, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вообще не знаю, как в эту игру выиграть. Может, все нафиг стереть? Ну, навряд ли это поможет, конечно. Нифига, давай просто так сделаем. Нет. Так, ну мы это стирали. Это тоже мы стирали. Типа из кренделя сделать шестерку. А как я сделаю шестерку? Ну вот, типа шестерка, да? А эти мы стерем. Нет. Ну, тогда я не знаю, как эту серию выиграть, ребятушки. Ой, давай подумаем. Сколько напитков? Ну, напитков у нас 6. Как бы. И что дальше? Ну, если я все сотру напитки. Ничего не получается. Подожди, а если ее этот лифчик не трогать? Аккуратненько. Нифига.
Ребят, напишите в комментарии, как эту серию выиграть, я вообще не понимаю. Я вообще не понимаю, как ее выиграть. Уже по-всякому пробую. Как бы два кренделя здесь оставить. А здесь два стереть. Нифига. Да, короче, не знаю, как выиграть. Ладно, ребятушки, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока.